Создание куклы начинается с ощущения своих свойств, внутренних и внешних. Кукла оживает и одновременно пробуждаются соответствующие чувства у ее автора. И этого достаточно, не обязательно быть профессиональным художником. Так же, как для театрального действия, не обязательно иметь талант актера. Кукла играет за человека. И история, которую вы рассказываете через нее, это уже не только ваша история. Поэтому говорить становится легче.